Привет, друзья! Это исследователь. Хочу показать вам процессор AMD A6-5400, по-моему, у него обозначение. У него ножки погнули случайно. Вот. И поэтому он стал никуда не пригоден. Здесь я снял крышечку. Видите, здесь герметик. И вот сам чип. Он был на смазке, прокладке, термопрокладке, не на припое. Он, конечно, и не горячий. Сам кристалл, видите, он хрупкий такой. Я подавил, он стал трескаться. Вот видите, половину. Половина уже отлетела. Я хотел посмотреть, что что внизу там, как устроен он. Вот такое вот устройство. Это там слой, что ли, один еще остался. Послойная. Дырку это пробилось шилом. Какой-то она не очень крепкий текстолит такой толстый. Вот, мог бы, конечно, работать и работать, но ножки уже невозможно было в нормальное состояние вернуть. И, в общем-то, неплохо, что сейчас уже в серверных и Intel отказывается от ножек. Все правильно. Потому что постоянно проблемы с ножками, но, как я говорил, уже просто можно сделать их толще, либо рамочкой защитить вот так вокруг. Вот такой вот процессор. Крышка медная. Я ее оставил, пригодится куда-нибудь. Медь все-таки ценный металл. Ну, на этом все. До свидания. Подписывайтесь. Используйте компьютеры для прогресса. Пока.